Ребята, по поводу новостей небольшие, да, если вы заметили, канал поменял название, теперь он называется не Men's Club, а You Can All. То есть это три слова You Can All переводятся как или ты можешь все, или вы все можете. То есть смысл от этого большой не меняется. Мне понравилось это название, и я даже после названия только заметил, что оно еще как пишется как канал, то есть похоже на русское слово, да. И это название просто проще вбить в поисковик. Опять же, это в принципе для вашего удобства придумано, так как канал постепенно, я уверен, будет расти. И я буду вкладывать в него больше и больше энергии, поскольку у меня появляется возможность свободного времени, я буду вкладывать в этот канал. В основном это на выходных все происходит. Вот. Так как мне это интересно, есть очень много полезной информации, которую я хочу с вами поделиться. Но смотрите, когда вы просто вбиваете поисковик слова, вы можете вбивать его «you can all», да? Это слово и какую-то тему видео, у вас поисковик будет переводить ко мне на канал, если вы, допустим, хотите как-то быстро найти мое видео. Ну, проще, конечно, просто подписаться, наверное, и вы тогда будете по подписке меня искать и будете находить мои видосы. Так как Men's Club слово, оно довольно сложно в написании. Там был и апостроф сверху, и нижнее подчеркивание. Понимаете, я просто когда свой канал создавал, я не собирался его развивать. Я это думал, просто покажу там своему отцу свою форму, запишу пару видосиков в тренажерном зале. Меня вообще друг на телефон снял, если вы помните, мое самое первое видео, это было просто меня друг в телефоне снял, тренажерки. Мы вместе посмотрели на этот видос, вроде бы получилось прикольно, и как-то постепенно оно само по себе все получилось. Я не планировал развивать этот канал, поэтому назвал канал, первое, что в голову вообще пришло, я даже не заморачивался. Это потом я уже начал узнавать, сколько нюансов есть на ютубе, что все важно, и слово важно, как канал называется, и все очень много нюансов, которые нужно знать, если ты хочешь заниматься на ютубе, да? И как монтировать видео правильно, и очень много технических нюансов. Мне как айтишнику это, конечно, интересно, и вообще интересно заниматься этим каналом. Я это делаю, скажем так, от души, даю вам правдивую, честную информацию, ту информацию, которую я сам, например, не могу найти на ютубе, да? Я нахожу из книг или на каких-то источниках таких, на которые можно верить, а не та информация, которая на ютубе, она очень часто она или непонятная, или, знаете, как блогер нахватался где-то информации везде по чуть-чуть, и какая-то несистематичная информация. Очень много информации, которая вводит в заблуждение. Поэтому появилось такое внутреннее желание создать вообще этот канал. Ну и, конечно же, самое главное, это просто доносить свои идеи до вас, да? Как добиваться определенных успехов в некоторых областях, да, например, вот в фитнесе, так как у меня получилось, например, я считаю, очень хорошо спрогрессировать за такой короткий промежуток времени. Для меня по природе очень худощавого парня, который всегда был на уровне 70 килограмм, ребята, тот результат, который у меня реально произошел со мной, это все абсолютно реально, это натурально. Я вообще не использую никакого спортпита, я тренируюсь только натурально, и я хочу вам тоже это все показать, как этого добиваться. Но тема каналов, она все-таки будет разная. В перспективе я планирую делать еще что-то вроде влога на канале, но это будет немного. Канал будет разнообразный, канал будет в любом случае развиваться, и я его не собираюсь забрасывать. У меня просто маловато на это времени, но каждый вторник, раз в неделю, гарантированно выходит видос от меня. Я стараюсь находить на это время, на выходных или вечером все равно записываю, да, иногда какие-то незапланированные видосы, вот как сейчас это, например. Ребята, будет очень много полезняшек, поэтому оставайтесь со мной, будет интересно, будем двигаться вперед и развиваться вместе.